Привет, мама. Мама, мамка, не боись! Мамка, не боись, я завтра увольняюсь! Ебал я в рот эту войну, блядь! Мама, я скоро дома буду, блядь! Как? Товарищ полковник! Привет, мама! Скоро я буду дома, блядь! Блядь, закрыл меня, урод, нахуй! Мама, я скоро домой! Бля, не выстрел, валялся! Да ну здесь! Да, здесь? Уже 5 суток! Мы в засадах сидим. Откуда? Ну, это не обязательно. Это не обязательно. Снимите меня, дайте маме привет передать. Дайте матери привет передать, блядь. 2 года не видел. Мама здорова, я жив, здоров. Вижу, живу, блядь. Конечно, все нормально. Павлик, Саша, приедем, все будет нормально. Хватит, мужики, снимать. Поснимали чуть-чуть. Куда? Куда? Пойдем. Пойдешь? Я походу. А? Проходы есть? Проходы? Как можно? Ну, берешь по дороге, идешь. Как шли до этого? Сильно ему. Да там перелось. Он 3-300 сейчас. Блядь, весь. Но он живой такой. Еще, нет? Живой, но я им не успел пармидол. Я, блядь, там давай, это самое, на предохранитель. Я давай не быстрее, бля, давить нахуй на гаши. Да не снимай ты. Ну, тело, надо сначала артиллерию обработать, а потом солдат посылать. Все, тихо. Какой? Спокойно. Я ебал. Всем надо уходить. Правильно, конечно. Что там будет? Пусть это градом. Конечно, после драки кулаками не машут. Ну надо градом ебануть, блядь. Артуха, нахуя она в горы полезла? Хуй ей там делать в лесу, блядь? Она должна сюда долбить, блядь. Сраный кусок села не можете взять. Командиры, блядь. Второй раз я так стрял уже, блядь. Хуешники, блядь. Они вон с законы, блядь, где? На край села, ты туда не ехай, там стреляют! Да, прямо около задницы не дают поднять. Все красиво. Все весело, как в танке, блядь. Я в магазине потерял, блядь. Сука, разорвана. Дион, тебя по телевизору покажут. У меня мама. Аленка, я пока еще живу. Мамку вообще инфаркт схватит. Аленка, я еще живу. Я в штабе там. Я в штабе, писарем работаю. Пока держусь. Механ, ты больше так не ори, блядь. Да пошли нахуй, блядь. Прикинь, я ему только говорю, Серега, заряжай, блядь. Я сейчас поверну-то, блядь. Да мы видели, кто там кто-то бил, кто-то бил. И били с вашей стороны, между прочим. Я не знаю. Да по нам с вашей, били, вон, смотри. С этой стороны я стоял туда. Ну не мы, не мы. Зачем? Я говорю, стреляли с вашей стороны, духи. Они у вас в спине.